Привет, друзья! Сегодня 10 января. Погода, конечно, далеко не минус. Но мы мчим на рыбалку и надеемся все-таки найти лед. И, возможно, даже и рыбу. Но обо всем дальше. Ну
что, ребята, лед-то нашелся, конечно, но с клевом сегодня не ахти. Все-таки перепады температуры, давление. Умелость в расчет не берем. Вкупе все повлияло. Рыбка ловилась, мелкая, но трудовая. В общем, 15 минут четвертого. Пора ехать домой. 80 километров с хвостиком оказалось до этого льда. Так что, такие дела. Ни хвоста всем, ни чешуи. Пока.